Эй, всем привет, друзья! Меня зовут Александр, это канал Алекс 86 Play. Это игра под названием у нас 12 Minutes. Или, как вы заметили, стоит циферка на 12. Игра, короче, называется 12 минут. 12 минут непонятно чего, но вроде бы как это триллер. Триллер, загадочный триллер, где главный герой попадает в какую-то временную петлю. Я так полагаю, что у него есть 12 минут на все про все, но что за 12 минут мы должны сделать, непонятно. Так что давайте глянем, так что давайте посмотрим. Так, а музычка играет, параметры я посмотрел, нажать. Бля, почему продолжить? А где новая игра? А или здесь просто продолжить? Очень странно, я не играл в нее. Очень странно, но я в нее не играл. Это, судя по всему, мы. Это мы, да? Окей, ты что? Нажми, чтобы перемещаться. Чтоб перемещаться, нажми левую кнопку мыши. И чё? Да ладушки. Прохладушки. Так, щелкните еще что? Инти. Чтобы использовать его. Картина. Что? Не понял. Чего? Картина понятна. Короче, правая кнопка мыши это в меню. Очень прикольно. Еще одна картина. Опа, это что такое? А чё, почему, как это по... Ну тут, судя по всему, что это? Вот это вот увеличить можно, нельзя? Что это за картина, когда это какие-то книги? И тут, судя по всему, какая-то красненькая это. Ладно, непонятно. Ладно, непонятно, идем дальше. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, а моя-то квартира какая? А, дверь закрыта, входная дверь закрыта. Не понял. Locked. Заперто, черт. Забыл свой ключ. Надеюсь, запасной все еще где? Под горшком? Бля, пропустил. Растение. Так, не настоящий камень. Колесико чего? Переместите курсор вверх, чтобы открыть инвентарь. Какой курсор? Щелкните предмет инвентаря, чтобы использовать его. There we go. Ага. А вот и они. Так, не понял, туплю. Щелкните место вне выбранного предмета, чтобы выйти. Now I just need to use them to get in. Как ты все с этого? Ну щелкните EP, тащить предмет инвентаря, чтобы объединить его с другим предметом. Введение назначения клавиш управления можно использовать в меню параметры. Чего, блядь? Hey, babe. Эй, детка, я дома. Love you. Люблю тебя. О, я выйду через минутку. Приветики. Не слышал, как ты пришел. Это самый лучший вечер. Дай знать, когда будешь готов. Там что-то надо узнать. Опа, свет. Так, я не понимаю, что делать. Жена. Кружка. Добавил кружку. Пойти выпить кофе, что ли? Еще одна кружка. Раковина. Радио. А, поставить в раковину, наверное. Чего? Зачем? Водой. Ты будешь пить? И не будешь пить. Ты кружку-то возьми. О, я забыл. Да погоди ты, женщина. Зачем мне две кружки? Я могу налить еще одну кружку.
Для чего? Куда, куда? Я типа забрал. Как ты? Ты будешь пироженку? Here. Вот. Is this your way of telling me you want to eat? Так, сказать есть то самое время приступить к десерту. Нет, давай поедим позже. Let's eat later. Sure. Что вообще? Что при... Ну, смотри, пироженка раз. А какой десерт? А как покушать? Пироженка два. Кружка. Я буду с водой, а тебе пустую. What? Чё? Ой-ой-ой, как-то неудобно. А, она с водой, он ее не ставит. Хотя получилось наоборот. Так, ладно, я пока ничего не понимаю. Я пока ничего не понимаю, что происходит. Так, холодильник, все, больше ничего не выделяется. Мне, по идее, с ней нужно было поговорить вроде бы. Так, погоди, а как отойти от холодильника-то? Нам нужно прибраться где? Так, давай присяду. О, отдохну. What's the occasion? По какому поводу? Расскажу тебе за десертом. Alright, I'm ready to get wild. Ладно, я готов. By this dessert. Just give me one. Насладиться этим директором. Дай-ка мне секундочку. Ой, ай, малыш, нужно его починить. Пока кто-нибудь... Чего? Не поранился. Какой малыш? Что происходит? Oh, wow. О, ничего себе! Thanks for setting everything up. Спасибо за сервировку. Давай посмотрим. I don't have anything to ask right now. Зачем? Наверное, было по комнатам пошариться. А у меня кружка пустая. Эй, запись включил, запись идет, запись. Что это? Oh. Ой! It's our song. Это же наша песня. А, я типа должен есть? So, when is the dessert not just dessert? I have something to share. Dessert and a present? Десерт и подарок? Что? Разве мой день рождения сегодня? Просто открой. Там кто-то в лифте приехал. So? Baby clothes? Иска одежда? What's my mother's name? Имя моей мамочки? Onesie with my mother's name. Please. Turn around, please. Да бляха! What? Me? Yes, onesie you. Hands name? Behind your back. Let's go. Hold still. Что происходит? Hey, sir. You're hurting me. Ow. Sir. Sir. Hello, just hands going behind on? Your back, please. Don't help move. Me. Will you come help me? No, come on. Don't. Just. My wrists. Что происходит? Вмажь ему. This is a mistake. Babe, will you tell him? This. Ой, скажи ему, что это какое-то недоразумение. Я не могу перевернуться. You're under arrest for your father's murder 8 years ago. Вы арестован за то, что... Нет, это какая-то ошибка. Заткнись. You know what this is. Now, where's your father? Ты прекрасно понимаешь, где твой... Мой
Мой папа, вы, наверное, что-то перепутали. No playing dumb. Look, I don't know. Don't fucking move. Don't have to hang. Ой, нихуя себе, встал. Че за хероборина? Jesus Christ. What? Что? Что, черт побери, тут произошло? What the hell just happened? Короче, я вернулся туда, откуда я пришел. Hey there. Приветики. I didn't hear you come in. Best night ever. Guess who made dessert? Let me know when you're in the mood. Didn't you already say that? What? I don't know. What? But no. I was just. How is this possible? Короче, нам, получается, надо выяснить, какого хрена пришел полицейский, но для этого нам нужно, видимо, что-то найти или что-то сделать. Окей, давай я схожу сюда. Погоди. Чё, кто пернул? Чё за звук был? Так, чё в двери? Выйди. Нужно что-то найти, судя по всему. Телефон. Ё, прикольно, конечно. Так, а кому я могу позвонить? Здрасте, приехали. Здрасте. Отправитель любимый, отправитель любимый, отправитель любимый. Любимый. Я хочу с работы, прости, что снова опаздываю. Я пообедала в перерыве. Я только что пришел на работу, детка, а работа еще не окончена. Это, блядь, что? Привет, солнышко, я опять забыла ключи. Забыл ключи. Знаю, сам дурак. Может, сделаем запасную копию? Ну, это все понятно. Так, что-нибудь пропало? Мне кажется, квартира выглядит так же, как и раньше. Так, а кому позвонить? 911. Рико звонит. Emergency services. Служба спасения. А, расскажите мне о полицейском. Расскажите, что... День повторяется. Рассказать им, что жена убийца? Повторяется. There's somebody breaking into my apartment. He's got a gun and he's gonna kill me and my wife. Sending a unit right now. Ну, сам патруль спеч безопасное место. All right, when will they get here? He's almost inside. They should be there in 15 minutes. 15 minutes? We can't wait 15 minutes. Sir, officers will be there as soon as possible. Get to a safe place. Найдите безопасное место. Так он нас найдет. Сказать ей, что у вас ощущение, что день повторяется. Рассказать ей о полицейском. Спросите ее о прошлом. Спросите, почему она солгала о своем прошлом. Спросите, как умер ее отец. Did you ever own a pocket watch? A pocket watch? No. Not that I remember. У нее не было карманных часов. Так, спросите, как умер отец. Hey. Hey. How'd your father die? А как умер твой отец? Ох, ну, тему для разговора ты, конечно, выбрал. Что у него было? Так, так, пока прекращу. Идет. Получать. Что, серьезно, получается 12? Он идет. А зачем мне подарок? Я могу дверь закрыть? Не получается открыть. Ага.
Ключом можно. Oh, for так, ну здесь больше ничего нету. Storm's getting closer. Storm's getting closer. Чё? В ящ... Всё, он приехал. Короче, это нужно всё запоминать. Позвоним. Вот под кровать спрятаться. I'm with the police. Turn around, please. What? Me? Yes, you. Да, руки за спину. Let's go. Идемте. Пока не дергаться. Делайте мне больно. Получается, он меня убил. Что происходит? Помогите! Помогите же мне! Я не могу. И кто же должен тебе помочь? Значит, тут есть кто-то еще. Это полиция, выходите. Я просто не понимаю. Мы можем поговорить. Здорово. Вы совершаете ошибку. Не двигаться. Как я перемотал? Сучка. Даже вам позвонить. You're under arrest for your father's murder 8 years ago. No. Убили своего отца. Don't fucking move. Кружка ему. Да ну так не это. А, черт! Фак, черт. Так дверь можно закрыть. Мари. Бубля! Так, смотри. Заходи. Сразу звоним 911. Здорово. Сейчас, погоди. Да ну хорош! Да. Best night ever. Guess? Who made dessert? Yeah, I know. I'm sorry. Thanks. That sounds great. In a sec. Okay. Rude. Я не грубил, он сам. Emergency services. There's somebody breaking into my apartment. He's got a gun and he's gonna kill me and my wife. Sending a unit right now. Get to a safe place. All right, when will they get here? He's almost inside. They should be there in 15 minutes. 15 minutes? Sir, officers will be there as soon as... То же самое. Так, а есть нож, что-нибудь такое? Так, смотри, аптечка. Мне нужно найти, чтобы... Снотворное. Усыпить ее, что ли? Бляха, прикольно. Что это было сейчас? Кто воду налил? Так, бляха, ну тут больше ничего нету. Storm's getting closer. Да какая буря? Зашибись. Бля, но она не так посредственно. Да что ты не подходишь к раковине? Он опять идет. Оторви кран. Получается, у меня есть ключ, у меня есть кружка, у меня есть снотворное. Ренушки.
Так, ну поговорить, наверное, с женой надо. Конечно, у нас. In the next few minutes, a cop is gonna knock on her door. What are you talking about? А куда Please don't open that door. Come on, it could be anyone. The cop, he's gonna accuse you of killing your father. What? My dad had a heart attack. He's so Конечно, crazy, дуд. Ты говоришь как псих. Слышь ты! This isn't... No, I'm serious, please, don't open that door, it's important. This isn't funny, babe. Don't open the door, just trust me. Okay, I won't. Oh, thank you. Пригласить ее на танец. Let's talk later. Так, все понятно. Опа. Чё? Че должен что спрятать? I don't have enough space to drop it. Зачем ты? There isn't enough space to drop that. There isn't enough space to drop that. I don't have enough space to drop it. Но получается, снотворное нужно ей. Она все равно откроет. Someone coming. This evening? Hey, I'm reading over here. Will you turn the light back on? Нет. Не мог. Real nice. Бля, сколько много предметов. Police, open up. Is that him? Oh, is it? Let's talk later. Oh, is it? Oh, that's him, isn't it? Just let's stay quiet. Maybe he'll go away. Come on, I know you're home. Open the door. This can't be happening. What? Don't open the door. What do we do? I have a warrant. Open up. This can't be happening. Open the door now or I'll kick it down. What are you doing? Can you make him leave? What do we do? Go away! Whoa. Police. What is this? I have a warrant for your arrest. What's going on? On the ground. Now. Прикольно. То есть смотри. У меня есть кружка. Я могу ему дать по башке. Don't move. Чем сломать наручники? Мэм. Come on, I gotta cut my hands free. Так что? On the talk. Please open the ложкой? Door. Can't open that with just my hands. Can't open that with Получается just открыть. Can't open that with just my hands.
Don't fucking move. I didn't want to do that. Sure. You made me do that. Так, но он не выходит. Fuck that guy. А зачем мне её усыплять-то? Best night ever. Guess. Great. I'll let you know when I'm hungry. Okay. Huh. Clear sky, some heavy clouds with a strong front coming in from the east. It's far away, though. We gotta clean that closet. Прибраться в шкафу. Where are all the glasses? Я не понимаю, зачем ложить телефон было туда. Wasn't expecting a storm tonight. Зачем, блядь, снотворное? Look, I know this sounds weird, but the day's repeating itself. I'll prove it. Yeah, great. Let's see it. Wow me. Let's see. Technically, is this time travel? This present. Look, look, it's clearly unopened. But I know there were baby clothes inside. I just bought them today. How could you know? You're kind of freaking me out. But do you believe me now? I mean, I'm getting there, I guess. All right, let me try and prove something else. Что? Let's see. What about the pills? What about it? Yeah, nothing, I guess. Okay, good talk. Let me try something else. Let's see. What about the radio? What about it? Not sure. Cool. Let's see. What about the radio? You just said that. Let's see. Так, ну у нас пока одна улика. The dessert. I know you made my favorite. I know. I told you I did. Oh shit. Yeah, you did. Okay, something else. Let's see. Wait. What is it? Бляха, как еще-то что доказать-то? Ну, короче, и подарок это раз. Так и больше все. Let's see. The dessert. I know you made my favorite. Yeah, you said that already. Right. Something else. Let's see. The dessert. Yeah, you said. Right. Let's see. Yeah, what about that painting? What about it? Yeah. Nothing, I guess. Let me try something.
Let's see. Oh, the anticipation. Короче, дверь открывается. Well? What about that painting? What about it? Not sure. Let's see. Wait. What is it? You know what? Forget it. Great. Police, open up. I'll get it. So the man at the door, he's gonna say he's a cop. What? Don't open it. What? Why not? I'll explain later. Just trust me. Okay. I won't open the door. What does he want? Come on, I know you're home. Open the door. Do you know something about this? Nah. I have a warrant. Will you please open just up. Tell me what's going on? Open the door now, or I'll kick you out. Я не знаю, что делать. Она не идет за мной. Will you just do something? You asked for it. What does he want? Do you know something about this? I'm with the police. Turn around, please. What? Me? Yes, you. Hands behind your back. Let's go. Hold still. Hey, what the hell? Короче, можно наручники. А как ты зашел? This is a mistake. Babe, will you tell him? This is a misunderstanding. I don't know. Don't have to handcuff me. We can talk this out. Сейчас у меня руки заняты. Come on, I gotta cut my hands. You're making... You're under arrest for your father's murder 8 years ago. No. That can't be right. Shut up. Я вот кухонная тумба есть. Where's your father's watch? My father? Please, you must be thinking of someone else. No playing dumb. Tell me where the watch is. I'm not lying. Please don't hurt us. Honey, tell him. He can't help you. Just you and me. Tell me where the watch is, and we all go our separate ways. I'm telling you, I don't know about any watch. Okay, let's just see. You're making a mistake. This is... Часы? No. No, please. Will you? Please. Okay. А я-то здесь при чем? Just stop, please. I'll tell you. Just don't hurt him. Часы где? Oh fuck, that was brutal. Oh god. You're okay. You're okay. А где часы-то были? You're okay. Бля, ну такое ощущение, что она же, блядь, легкая. Ну бля, ну давай, хорош. Okay. Значит, смотри. Берем, сразу звоним. 9-1-1. Your call cannot be completed as dialed. В смысле, неправильный номер? Да твою мать-то, я, короче, это все на скорость надо. Emergency, sir. There's somebody breaking into my apartment. Sending a unit. Alright, when... They should be there in 15. Sir, officers, get to...
In the next few minutes, a cop is gonna knock on her door. What are you talking about? Look, I can't explain right now. Trust me and don't open it. What? Just please, please don't open it. Okay, I won't. Let's do it. Бля, нож, я ж брал нож. Нож, походу, не поможет. Так, ну-ка, погоди-ка. Зачем ты? Нож положил в унитаз. Короче, она проболталась, что где-то часы. Во-вторых, все. Ложкой можно открутить вентиляцию. Ты нашел время, где спать. Ну, по идее... Нам нужно найти часы. Да, конечно, у меня паранойя. Нужно было найти, где часы. Состричь цветок. Погоди. Дядь вот так вот. What? Не ханает. Не хэнает. Но... Ложка ему. А. Куда она могла часы спрятать? Вот в чем вопрос. Нет. Police, open up. Is that him? Это он, да. What does he want? The cop, he's gonna accuse you of killing your father. Come on, I know you're home. Open the door. My dad had a heart attack. You sound crazy, dude. You've been lying to me all this time? What? About your past, about your father. What? I don't know what you're talking about. I have a warrant. What? Open up. I know you have a watch. I just need you to tell me where you hid it. A watch? What are you talking about? Open the door now, or I'll kick. Сучка. Kick it down. Stop lying to me. Where's the watch? You want to watch your tone? Tell me, please, where you hid it. Oh, fuck off. Hey. We're done here. Сучка. Well, what about your father's murder? What is this? My father died of a heart attack, asshole. I don't want to talk about this. I'm with the police. Turn around, please. What? Hey, listen. Me? Whoa, whoa. What I is didn't this? Do anything. Sure you did. Shut up and don't move. I'll deal with you in a minute. I'm with the police. Police. I have a warrant for your arrest. Yeah, I know. You know? I know. Congratulations. On the ground,
Arms behind you. Don't move. Прикольно. Закрученный сюжет. Ну, короче, с наручниками-то как... А, ну, всё-таки, как я ножик достал? То есть нож это для меня, да? Ну, короче, я полагаю... Освободите руки. Но он меня опять убьет, если я руки освобожу. Я там, если что, тебе нож оставил. You're under arrest. Put your hands behind your head. Hold still. Stop. Stop. I'll... Че она только что сказала? Я сказал, я все скажу. Башкой такой. Help me. Will you come? You're under arrest for your father's murder 8 years ago. No, no, no. That can't be right. Shut up. You know what this is. Now, where's your father's watch? My father? Please, you must be thinking of someone else. Uh-uh, no playing dumb. Tell me where the watch is. I'm not lying. Please don't Can't hurt us. Honey, tell him. He can't help you. Will I fucking warned you. I can't. My wrists. my nose. Motherfucker. Заходи, 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 быстрее одежду, быстрее одежду, быстрее одежду, быстрее одежду. Телефон. Emergency services. There's somebody breaking into my apartment. He's got a gun and he's gonna kill me and my wife. Sending a unit right now. Get to a... All right, when will the... They should be there. 15 minutes, we can't... Sir, get to a safe place. I didn't hear you come in. Best night ever. Guess who made dessert? Let me know when you're in the mood. Yeah, I will. Так, значит, смотри, берем все предметы. Непонятно на самом деле, что с ножом делать. Здесь ничего не выделяется. Возможно, вот так вот? Nope. Нет. Окей, пошли искать. В картине, может быть. Бля, ну здесь особо-то... Чё я взял? Не понял, чё я взял? Кружка, нож... ложкатель. Nope. В кресле? In the next few minutes, what are you talking? Come on, let's just leave before he shows up. Come on. Are you that scared of my cooking? Come on, he's gonna hurt us. At least it won't be on an empty stomach. He's gonna hurt us. Please don't open it. Okay, I won't. Ну из квартиры бесполезно, мы не уйдем. I'm stuck in a time loop. So, there's... Yes. Jeez. Look,
Like, I haven't figured out how it all works yet, but for example, if I get beat up, I go back to the start of the evening. What? What do you mean beat up? By who? The cop? I'm not trying to stress you out. I'm just trying to give you an example. This is you not trying to stress me out? Yeah, so, I'm sorry. I'll prove it. Yeah, great, let's. Let's see. Блять, вон вентиляция. I wanna expand my paradigm. What do you got? The dessert. I know you made my favorite. I know? I told you I did. Yeah, you did. Okay, something else. Let's see. What about the vent? What about it? Yeah. Nothing, I guess. Oh, okay. Good talk. Let me try something else. Let's see. This present. Look, look, it's clearly unopened. But I know there were baby clothes inside. I just bought them today. How could you know? I mean, okay, I'm impressed. It's all right, I know you need more. Give me a sec. Да мне больше пока нету ничего. You know what, forget it. Great. Здесь часы по-любому. What are you doing? Is it broken? Man, is it like super gross in there? А, или типа я ее должен впечатлить? Так где-нибудь заново будет. Так, а где еще вентиляция? По идее, в туалете должна была быть вентиляция. Раковину разъебать. Что? Нож помыл. Не, унитаз мы ложили. Бляха, забери. Police, open up. Is that him? What does he want? Я тут все исчерпал. Пригласите ее на танец. Пока не знаю, серьезно. Let's talk later. Do you? Come do you know on, I know you're home. This? Open the door. На обеденном столе ничего нет. Will you please just tell me what's going on? I have a warrant. Open Я могу вот так вот сделать. What are you doing? Хотя Open нет, погоди. Now, or I'll kick it down. Will you just do something? What does he want? Ну ей нельзя сказать, чтобы она куда-то убежала, закрылась, блин, расспросить о ее прошлом я расспрашивал. А, интересно, конечно, очень. Да бляха, уйди ты. Я не знаю, я думал, мы как-то что-то больше продумаем. Сейчас попробую одну теорию. Но нам нужно найти часы. Бляха, я не могу с ним поговорить. Hey, hey, what is going on? Who are you? Hold still. А ты-то чё не убежал, дура? Hey, what the hell? Get your hands off me. Гори такой, опа-опа-опа-опа. Hey! Will you come help me? Сука, заболел! Так почему ты его ножом-то не пырнул? Почему она не убежала? Hey there.
What the... Hey. Sir, hey, babe. What the fuck? Короче, выходите из-за. Are you kidding me? А может быть она перепрятывает? Хотя нет, это же день повторяется. Так, давай вначале 911 сделаем. Ну смотри, он моет нож. There's somebody breaking into my apartment. He's got a gun and... Sending a... Alright. They should be there. 15 minutes, we can't... Sir, get to a... По идее, можно спрятаться. Это собака. Я вообще... Я понимаю, что нам нужно как-то попытаться его убить. Выйти мы не можем. Вот смотри, ножик он моет для чего-то. И он, собственно... Ну, бляха, здесь... Для чего таблетки? Can you? How about you leave? Are you kidding? He's gonna hurt us. Just me. I can't. It's. Hey. Will you just humor me? Just go downstairs for like 5 minutes. Come on, dude. Cut it out. What you reading? Oh, it's not really your thing. Oh, try me. You're gonna make fun of me. Давай, давай, it's давай. A book of meditations. Zen stuff. Yeah, it's not my thing. В прошлый раз-то он... He's gonna hurt us. Please don't open. Okay, I won't. The cop, he's... What? My dad, he's... Это мы спрашивали. Babe, stop lying to me. Where's the watch? You want to watch your tone? Tell me, please, where you... Oh, fuck off. Hey! We're done. Короче, она не хочет говорить. Did you kill your father? Excuse me? Did you murder your father? What the fuck kind of question is that? Is this some kind of mind game? I'm not playing. Tell me, did you murder your fucking... Of course not! This isn't funny. You're scaring me. And now all these questions about how my dad died. What the fuck is wrong with you? I'm done with this. You have more questions? Find someone else. No. An asshole sometimes. Лейтенант был закрыть. Excuse me, ma'am. Sorry. Will you follow me to your apartment, please? I'm with the police. Wait. No. No. Make a noise, and I'll break your arm. Back inside. Now. Ну я себе. Вот это ворот. Блять, заканчивать надо. Время так быстро летит. А если бы я дверь закрыл? Thank you. What's going on? I have a warrant right here. This will go easier if you cooperate. Hold still. I'll come with you. Out!
То есть ее изначально можно попросить. Well, who come help you? My friend. Ножа нет. Oh, someone is here. I don't know what. This is a mistake. Я мог перерезать ей, получается. Will you tell him? This is a misunderstanding. Look, I don't know. Но он найдет по-любому. Don't have to handcuff me. We can talk this. Надо было нож-то взять, а почему нож-то не взял? You're making a mistake. This is. Короче, позвони 911, взять нож. И не знаю, может там потом снотворного налить в чашку. Тут все взаимосвязано, я же говорю. Не-н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 е. Так. Wait. What is it that we're being accused of? Exactly. Quiet. I'll deal with you in a minute. Now you, hands behind your back, please. Don't move. Я нож не взял. Смотри, можно было ее развязать. Но зачем? В кружку, по идее, снотворное. Поставить на стол. Но для кого? Короче, здесь много вариантов, я не знаю. Вот какие часы? Мой отец? Please, you must be thinking of someone else. No playing dumb. Но тут он меня задушит, он по-любому меня убивает. I'm not lying. Please don't hurt us. Honey, tell him. He can't help you. Just you and me. Tell me where the watch is. Hey, listen. Listen, I don't have anything to do with this. Then I guess I don't need you. Sure. И он тупо меня задушит. По идее, скорее всего, нужно найти часы. Я так думаю. Блюдок, да. Ну, прикольно, кстати, игра сделана. Мне понравилось. Ладно. Давайте делаем вот так вот, потому что время уже пролетело до херищ, оказывается. Короче, смотрите, нужно найти в первую очередь часы. Но часы нужно как бы вообще вот за это время все искать. Если мы найдем часы, мы, соответственно, допустим, их спрячем куда-нибудь подальше. А потом скажем, где они лежат, хотя я не знаю, что будет дальше. Потом он нас свяжет освободиться, самому освободиться с женой и, наверное, сбежать. Вот типа того. Но я не знаю, он не выходил как-то, тут он... вышел и опять скинула. Ну и как бы 911 позвонить, я так думаю. Либо, я не знаю, здесь еще есть кружка с водой, можно там снотворное туда насыпать, может как-то его заставить воды попить. В общем, вариантов, я так полагаю, что не одна, точнее, не один вариант, а, ну, не уложились, кстати, не знаю, я думал, блин, хотел просто посмотреть, взглянуть, что за игра, оказалась вот такая вот совсем такая нехиленькая игрушечка. Блин, мне понравилось, серьезно, но... допетрить, я не знаю. С одной стороны, конечно, может быть все просто, а может быть с другой стороны и нет. Но нужно как-то найти все-таки вот эти вот часы. Все-таки все с ними связано. И вот насчет доказать. Тоже я не знаю, зачем это, почему это. Все, собственно, на этом. Вот такая вот игрушечка. Если вам понравилось, то обязательно, не знаю, купите, поиграйте. Только ни в коем случае не говорите мне концовку. Все, спасибо всем, кто смотрел. Ставьте лайки, обязательно комментируйте, подписывайтесь на канал, на паблик, на Инстаграм. Всем пока. Пока.